Прием заявлений на получение новых выплат на детей стартует с 1 мая в многофункциональных центрах полуострова. Их двери будут открыты в майские праздники. Семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, могут подать документы на получение новых выплат. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая центры «Мои документы» начнут прием по установленному графику с 10 утра до 14:00. С 4 до 7 мая и с 11 мая офисы работают в штатном режиме. Подать заявление на выплаты можно через Пенсионный фонд, МФЦ и портал госуслуги. У камчатцев нет необходимости подавать заявление с 1 мая, так как для того, чтобы получить выплату с 1 апреля, достаточно подать заявление не позднее 1 октября. У людей еще много времени. Размер выплаты на детей от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка. На полуострове он составляет 24 422 рубля. Эти пособия, как и другие выплаты для поддержки нуждающихся семей, будут назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. Если при назначении выплаты в размере 50% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума, пособие назначат в размере 75%. Если при назначении выплаты в размере 75% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума, пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Добавим, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.